Свой 20-летний юбилей на прошлой неделе отметил славянский филиал Кубанского государственного университета. За свои годы существования вуз закончили более 8 тысяч студентов, которые получили профессию учителя. О том, с чего начиналась история учебного заведения и каких результатов удалось достигнуть сегодня, смотрите в первом материале выпуска. 20 лет назад, в 1994 году, все начиналось с двух маленьких корпусов. Вспоминает Александр Иванович былые времена с трепетом. Александр Зиновьев – один из тех, кто стоял у истоков создания филиала Армавирского госуниверситета. Говорит, сейчас все изменилось. Факультетов стало в разы больше, а студентов уже более 2000 человек. А когда-то все было по-другому. Начиналось с двух специальностей. Все гуманитарии были филологами. Все, естественно, научное, так сказать, образование и математики были математиками. Разделений больше никаких не было. Сейчас же, говорит Александр Иванович, абитуриенты могут выбрать из 30 специальностей направлений профилей. В филиале есть среднеспециальное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Для такого небольшого города, как Славянская Кубань, это, конечно, уникальная вещь. Вряд ли где-то еще в каких-то маленьких городах есть так, чтобы человек, не, так сказать, выезжая за пределы города, мог получить самое высшее образование и даже защитить кандидатские диссертации. Сегодня славянский филиал КубГУ – это более 2500 студентов, 10 учебных корпусов, научных лабораторий, издательский центр, типография. О том, что достигнуто и каких усилий это стоило, говорили на праздновании 20-летия славянского филиала КубГУ. Преподаватели, студенты, выпускники разных лет, а также все, кто был причастен к образованию вуза, отметили день рождения «Альма-Матер» в зале городского дома культуры. За 20 лет из филиала педагогического института наш вуз превратился в центр непрерывного педагогического образования, в котором реализуются программы всех уровней профессионального образования. То есть в структуре современного филиала есть колледж, это программы среднего профессионального образования, все уровни высшего образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и послевузовское образование, подготовка специалистов высшей квалификации в аспирантуре. За 20 лет региональный вуз стал крупным учебным методическим и научно-исследовательским центром в области истории, филологии, педагогики, психологии. Я горжусь тем, что я закончил Славянский педагогический институт. Сейчас встречаюсь, общаюсь с людьми, много выпускников наших достойных граждан города Славянска на Кубани, которые сейчас занимают руководящие посты, работают на благо нашей малой родины. Гордятся вузом не только его выпускники, но и нынешние студенты. Эвелина Тикеева учится на 4-м курсе факультета педагогики и психологии. Я ни разу не пожалела, что сюда поступила. Здесь я обрела себя, поняла, чем я хочу заниматься в будущем. И больших успехов я смогла добиться только с помощью наших преподавателей, моего куратора, моего декана. И я очень рада, что есть такой вуз. И очень здорово, что уже 20 лет он радует не только студентов, но и преподавателей, и всех-всех-всех. Все достижения были бы невозможны, если бы не коллектив сотрудников института. Поэтому в день 20-летия славянского филиала КубГУ лучших преподавателей отметили почетными грамотами. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».